Куда вы собрались? Что будете делать? Уверены? Или падать? Коньков мне дали такие бахилы, потому что я боюсь упасть. Пока нельзя после операции. Народ повалил, каток почистили. Ребенок не стоял на коньках 2 года. Мне в бахилах, ну, скользковато, конечно. Как я тебя учила, не спеши. Папа у нас там с коляской стоит. Нам сюда приехать было подвиг. Хоть недалеко от дома, но затащить коляску и доехать — это была проблема. А я боюсь, блин, падать нельзя. Я бы, конечно, сейчас с радостью тоже покаталась, но очень страшно. Упаду, блин, только прошло после операции, как 3 недели. Не дай бог, что вырезать. Так, первый раз упала. Первый раз, второй раз тут же упала. Ты к снегу ползи. Да, к снегу встала. Я сюда зря пришла, она мне сказала, иди, я буду кататься. А тут за вход все равно платишь, даже если не катаешься. 200 рублей взрослый и 100 рублей детский. 100 рублей прокат коньков в час. Едет потихоньку. Ну ладно, сейчас, может, научится. Ребенок просился, каникулы кончаются. Сегодня суббота, 8 число. Она уже давно просится. Нам просто неудобно с мелкой до сюда доехать. Если бы хоть дороги чистили, я бы всегда пешком пошла бы с коляской. А загружать коляску, складывать, потом вытаскивать — это, конечно, проблема. Но едет. Медленнее всех, но едет. Ой, не могу вообще. Папа под навесом с крестюшкой стоит. Снежка возле снежка боится. Но едет. Медленно, но верно. Конькобежец свой. Давай, учись. Опа! Нормально, ползи на снег, вставай. На снегу вставай. Аккуратно. Так, есть контакт. Давай, как я тебя учила, не бойся. Смотри, как едут все. Одну ножку в сторону, другую. Одну в сторону, другую. Я боюсь, как они ездят. Но ты потихоньку. Главное сказать ребенку, что он молодец. И он уже у вас фигурист. Молодец! Бух! Красиво полетела. Так, ну-ка давай. Покажи класс нам скорей. Ууу, круто! Ну ладно, уже едет потихоньку, слава богу. Бух! Хорошо, есть куда упасть. Пошел заказ Озон, и там у нас с вами Солита. Сейчас будем пробовать. Потому что борьба... Крестюш, не тряси себе. Борьба с пятном ванны продолжается. Из всего, что я пробовала, то есть весь арсенал Faberlic, потом, что? Санокс, Санфор. Санокс самый лучший. Однозначно, пока. Я уже несколько раз его оставляла на пятне, на полчаса, на час. Потом чуть-чуть терла, смывала как бы. Ну, там тереть вообще бесполезно, там ничем не оттирается. Там как-то должно разъедать химией какой-то. Вот сейчас пришла Солита. Я все по вашим отзывам заказываю. Сейчас, если Солита не возьмет, то уже не знаю, что буду делать. И, насколько знаю, выпускает Солиту, по-моему, щеки на азот. Это наш тульский завод, ну, Фокус. Так, сейчас, девчонки, где тут производитель у нас с вами? Срок годности. Эффективная чистка. Так. Фокусируйся. Да, Щекино Азот, Российская Федерация, Тульская область. Это наш, ну, завод, он недалеко как бы от нас. Щекино тут 30 километров от нас. Так что отечественное средство должно помочь. Пойдемте заливать. Вот как оно сейчас выглядит. Оно посветлело, то есть даже вот тут вот посветлело, между тут стало гораздо лучше. Но тем не менее, надо его убирать совсем. Я почитала, там написано 15 минут залить. Я надеюсь, оно не сильно воняет, то сейчас задохнусь. Ой, что-то шипит. Во. Ну все, оставляем, наверное, на полчасика. Посмотрим потом. Что-то зашипело все. Прикол, смотрите, шипит и пенится по периметру. Вот где это пятно как раз. Может, сейчас растворит и случится чудо. Будем ждать. То есть вот где чисто, оно не шипит, не пенится. А вот где грязь, шипит и пенится. По перчатке нашла, то я так скоро без рук останусь. Я вообще не любитель работать в перчатках, но у меня сейчас такая тяжелая артиллерия в ход пошла. Мне кажется, пятна нет. Я в шоке. Сейчас перчатку одену, будем сливать, смотреть.
Ёшкин ты кот. Девчонки, его нет. Его вообще нет. И ванна вроде на месте, дыру не протерла. Девчонки, это чудо. Неужели? Вы представляете, как все было просто? Все, выбрасывайте свои саноксы, санфоры, лимонную кислоту, уксусы. Вы видели это? Причем постояла минут 15. Я захожу такая и смотрю, а там нет пятна. Насколько все было просто. Солито. Щеки на азот, родина, мать ее. Вы представляете, сколько я потратила нервов, сколько я потратила денег на бесполезную эту бытовую химию, и как все оказалось просто элементарно. Девчонки, запоминайте этот лайфхак. Солито. Щеки на азот. Чудо. Я не знаю, акриловые ванны, конечно, так, наверное, не надо чистить, потому что, мне кажется, тут, я не знаю, тут что в составе, щелочь, я подозреваю. Но вот чугунную, все, и покрытие, но на месте, не знаю, чем чугунные ванны покрывают, краской какой-то или еще чем-то. Я в шоке. Идеально. Девчонки, просто идеально. Покрытие все на месте, как бы все нормально. Она тут, конечно, слегка шероховатая, но в отличие от другой ванны, но она белая. И все нормально. Обалдеть вообще. Да кран хватит течь уже. Смеситель какой-то дурацкий. Вы представляете? Девчонки, вы просили обзор на часы. Вот показываю, как они смотрятся на руке. И они включаются, экран включается нажатием на кнопку здесь сбоку, сейчас покажу потом поближе, и вот так взмахом руки. Вот. Вот как выглядит экран, это Honor, девчонки. Цвет браслета коралл. Не знаю, где здесь коралл. Датчики с обратной стороны, как это все дело выглядит. И вот тут кнопочка. На нее, когда нажимаем, тоже они включаются. Когда на нее нажимаем два раза, сейчас поближе, то у нас функции включаются. Тренировки, записи, то есть заметки. Так, вот на экране он быстро гаснет. Правда, здесь у нас время. В настройках, наверное, как-то можно указать. Заряд вверху. Дальше сердцебиение я сняла, не показывает, да? Дальше сколько калорий сожгли, тренировки. И в самом низу вот шаги. Только проснулся, 30 шагов нашагала. Только одела их. И погода, причем актуальная. Так, здесь у нас сообщение. Я удалила, очистила, нет сообщений. Сообщения приходят, мы их можем текстовые почитать, а если сообщение с картинкой или со смайликом, то не можем. Мы просто видим от кого, чувствуем вибрацию. Звонок мы можем скинуть, ответить на звонок, но на телефоне, соответственно, мы не можем. Мы видим, кто звонит, часы вибрируют. Мне вот сейчас очень удобно, потому что Крестюшка, когда спит, я звук выключаю на телефоне, а потом могу забыть включить. А сейчас он у меня всегда выключен, потому что я все равно на часах вижу, кто мне звонит. Вот. Так, дальше два раза нажимаем на эту кнопку. Здесь у нас тренировки, записи, пульс, кислород в крови, активность, сон, стресс, уровень стресса, дыхательные упражнения, музыка, можем музыку управлять, сообщения, погода, секундомер, таймер, фонарик, будильник здесь есть, поиск телефона, то есть если телефон в квартире потеряли, нажимаете, сюда он начнет пиликать. Настройки. Экран настраиваем, можем выбирать любую с вами заставку. А работают часы только совместно с приложением Honor. Да? Там штрих-код будет на коробочке. Коробочку я не нашла. Вот с этим приложением. Так, не беспокоить. Настройки тренировки. Система. Вот модель часов. Перезагрузить, выключить. Сброс не туда. Назад мы смахиваем. Назад мы вот сюда смахиваем, попадаем. То есть получается вправо. Сведения. Вот здесь модель. Кому интересно. Honor Band. А6-5АА и модель вот АРГ-Б39. Здесь экран AMOLED. Еще муж мне заботливо наклеил стекло, они говорят, там вырезают на всякий случай. Но экран классный, экран яркий. Они у меня сейчас на самой минимальной яркости установлены. На самой минимальной. Так, назад, 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 назад. Вот. Так, сюда мы смахиваем вправо, попадаем какие-то тренировки. Музыку мы можем управлять с телефона. Погода у нас с вами. Стресс, уровень стресса, приложение Health, да, вот называется, от Honor. И там все как бы видно. Без приложения они работать не будут. Пульс, нифига у меня. Но у меня всегда повышенный. Вот и все, собственно говоря, здесь. Все основные функции, когда мы нажимаем второй раз на кнопку. Так, когда смахиваем вверх, я забыла, что... А, ну вот тут настройки, вибрация, сон, будильник. Работают они через Bluetooth. В принципе, все показала вам, девчонки. Если какие-то вопросы будут, пишите и расскажу. Заряд держат они.
Второй, я их один раз только заряжала, как он мне подарил. Сегодня 10 число. Он мне их подарил 30-го. Получается, смотри, за 11 дней. И он принес их зарядом 20%. И где-то 5 дней они у меня работали зарядом 20%. Так что, мне кажется, заряд они держат, ну, минимум 10 дней. Это вот прям минимум 10 дней. Представляете, как круто. Что, сладкий? Учи, расстроился маленький. Иди ко мне скорее, иди. Машинка не такая, да? Учи маленький. Зарядка тут магнитная. У меня у Ксюши так на часах. То есть она вот сюда примагничивается и вставляется в любой штекер, в любое гнездо. Но там рекомендация 1500 ампер, по-моему. Ну, в общем, мне нравится, меня во всем устраивает. Заставок миллион море в приложении. Можно выбрать, и даже в самих часах некоторые есть. Вот. Меня как бы все устраивает. Приложение тоже очень удобно. Достаточно точные, хочу сказать. Поэтому... Вот так. Сколько стоит? Естественно, он мне не сказал, но я погуглила, посмотрела. Они где-то 3600, в районе 3600 получается. Тут, если у вас есть баллы в Эльдорадо, мне кажется, можно взять дешевле. Да? А так все. Такие вот простенькие часики. Сейчас еще просили пройтись по парфюмерии. Сейчас покажу. Я себе организовала полочку. В коридоре у меня здесь зеркальце. Висит такое вот. Счетчик, розетка. Моя... Полка как бы с прошлой квартиры. Здесь у меня понаставлено всего куча. Здесь у нас шапки, шарфы, обувь. И вот так вот из Фикспресса вот эта подставочка. То все, чем я пользуюсь. Тут у нас резиночки лежат. Жвачка за коем-то, не знаю. Все, что у меня сейчас в использовании. Я поставила то, что мне необходимо. Да? Чем я крашусь, кисти, тени все. Скребочек, гуаши тут лежит. Той, которой я пользуюсь, я достала. Остальная у меня еще лежит в коробках, девчонки. Что это? Это в основном Pedi Perish, естественно, потому что класс. А иногда сейчас пользуюсь, ну, вообще понравился мне парфюм Futuri от Faberlic. Ничего не хочу сказать плохого, но девчонки спрашивали, унисекс, не унисекс, а я сказала нет. А сейчас знаете как? Дома он не унисекс совсем, вот совсем, от слова совсем. Он приятный, он классный. Одной рукой фиг откроешь. Но когда я выхожу на мороз, он действительно унисекс. Вот серьезно. А дома? Нет. Хотя и дома сейчас не унисекс. Короче говоря, у меня мнение поменялось, девчонки. Не знаю, то ли он постоял, то ли что. Но он вполне подойдет, ой, и мужчинам. Серьезно. И он классный. Он интересный. Он мне нравится. Хотя я не люблю такие ароматы унисекс, честно говоря. Но вот этот прям вот зашел. И на морозе нравится, как он раскрывается вообще. Интересно. Так что прям пользуюсь. Да? Так, дальше. Здесь у меня Эйвонский стоит. 100 лет никак не допшик. Вот под настроение. Но он тоже классный. Но он улетучивается моментально. Так, это Summer White. Да, Sunset, который с березкой. Прям очень его люблю. Но он моментально испаряется. Запах обалденный. Дальше у меня стоит оригинал Jador Dior. Мне неудобно им пользоваться, девчонки, потому что шарик. Не очень удобно. Конечно, можно нанести, и аромат от тебя будет, но я больше люблю в формате спрея. Я хочу потом это все дело извлечь и перелить его в флакончик из-под Pedi Perish. Вот. А так очень люблю. Сейчас на холодное время года Jador прям заходит. Люблю шлейф. Вот он у меня есть от Pedi Perish. Я его обожаю, просто обожаю. И мы с вами сравнивали эти два аромата. Разницы между ними абсолютно нет никакой. Единственное, от Pedi Perish стойкость больше. И все. Так, это что у нас? Это Lavie Belle Eclat. Достаточно тяжелый аромат, тоже от Pedi Perish стекли у меня. Я им пользуюсь, но пореже. Он сладенький, он интересный. У него есть такие нотки, нигде такие не встречала. Он очень интересный, поэтому пользуюсь, но не так часто пока. Так, и здесь это же Женин, по-моему, парфюм, которым он очень активно пользуется. Aqua di Gio мужской, Джорджо Армани. Вот видите уже сколько. Он его обожает, я его на нем обожаю. Он просто потрясающий. Он шлейфовый, он держится даже после стирки. Я не знаю, он крутой. Он больше подойдет на летнее время года. Но тут есть нотки свежести, но зимой он крут. Я вот... Самый мой любимый парфюм на мужа, это вот этот Aqua di Gio. Так что вот такие вот у меня парфюмы. Больше я ничего не доставала, пока не выставляла, потому что больше ничем желания пользоваться нету, да. На Pedi Perish у меня до сих пор есть промокод, девчонки. Кто не воспользовался, я оставлю ссылочки под описанием. Там можно заказать маленький формат 30 мл в пластике, довольно бюджетно. Это 100 мл в стекле. Как бы как вашей душе угодно. Вот это, по-моему, стоит 100 мл 1090, если не ошибаюсь. А этот 490. Но... Я не увидела разницы. Может быть, 1% из 100 разница между аналогом и оригиналом, да?
Поэтому промокод на скидку 10% еще я вам оставлю. И ссылки для России, Украины, в которые можно перейти и получить скидку, тоже оставлю. Ну и на этом влог буду заканчивать, девчонки. Сегодня 10 число. Ксюша пошла в школу. Я давно в 7 не вставала, мы с Кристюшкой чуть попозже встаем, в 8, а иной раз 8:30, ну, может, конечно, и 7:30 проснуться, но я к школе как-то не была готова, я вообще не люблю, я сова. Жутко, куда, Кристюш? И мы одни, все работают, Ксюша в школе бедная, она тоже так стрессовала по этому поводу, числа с 5-го дня считала, когда же, говорит, этот ужас начнется, уже не хочу, не могу и так далее. Но не любит она ходить в школу, но я не знаю, я не помню, в начальных классах я любила или нет, старших точно любила, у нас был очень дружный, веселый класс, вот. Так что у нас теперь режим дня немножко меняется. Мы с Кристюшкой будем веселиться. Желаем вам хорошего настроения. Да, мой сладкий, веселиться будем. Синий трактор обожает. Вот сидит, смотрит синий трактор. Всем пока-пока.